Если авеню 9 июля самая широкая в мире улица, а Ломбард-стрит – одна из самых извилистых, то новозеландская Болдуин-стрит претендует на звание самой крутой в смысле уклона на планете. Ее наклон на самом отвесном отрезке составляет 19 градусов. Болдуин-стрит – достопримечательность города Дунедин. Она поднимается по склону холма с 30 метров над уровнем моря до 100, и длина ее составляет порядка 350 метров. Надо отдать должное дорожным строителям, они сделали все, что в их силах, чтобы максимально учесть рельеф местности и не оставить жителей этих мест вовсе без улиц. Ведь Болдуин-стрит не одна такая крутая, параллельно ей идет еще несколько улиц, практически ни в чем не уступающие ей по крутизне. Основная часть покрытия, бетонная, что сделано с умыслом, так жители могут быть уверены, что в жаркую погоду асфальт не расплавится и не потечет вниз. Гораздо интереснее им наблюдать за шариками и прочими катящимися села вершины улицы предметами, которые так любят снимать в этих местах создатели рекламных роликов. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.